как? Тепло, хорошо, все классно. Ну что, взяли? Да. Сейчас еще, еще, переведем, переведем. Туда, туда, Иван, туда. Зарабатывать. А в том смысле правда? Абсолютно прикол. Давайте сначала дарт. Давайте. Женечка, давайте ближе. Женя, иди ближе. Как тебе повезло? Спасибо, да. Пошла, Михаил. Женя, поверните. А еще вы будете спить? Супер Глинтвейн, тут я сегодня уже бил, пробовал. Да, да. Атмосфера сумасшедшая. Давайте, давайте. Женя, мы будем быть Глинтвейн. Народный артист. Давай, а ты стой. Лёленька, а ты с этой стороны вот дверь. Она в вашем участвовала. Нико, это вторая. Давай. Все. Дайте нам еще. Еще, еще, еще. Повернитесь. Ближе станьте. Вас ближе так, чтобы... Какие вообще все звезды нас окружают, снова снова. Снова счастье. 120 Украины. Это генеральный инструмент. И муж был самый важный, приветствует вся Украина, мы выиграли 112 Украины. То есть одно реставрировали, а три ноты. По-твоему, построили на 2000 ноксшибателей. Оперу мы построили и создали. Там я подруг, здесь построили новую оперу. Видите, отремонтировали очень много театров. И плохой формы. И никто, все думают, что люди на могучей ситуации, как плохие годы. Ни в коем случае не отсутствую. Ни в коем случае. Спасибо, молодец. А джаз на музыке свободен. Это да. Да, и поэтому... Плохо получилось. Надо перефотографировать. О! А мы сделаем здесь концерт. У тебя есть мотор? Грегори Портер, Фрэнк Лэйс. Очень много из вас. Супер. Потому что это джаз. Это то, что наши... Вот 9 февраля. Нам это очень нужно, и мы очень сожалеем, что мы вспоминаем про людей просто как на мероприятии, вместо того, чтобы каждый день делать праздник. С этой Тбилиси я построил музыкальный театр, который в конце я не успел открыть, и там идея была, что каждый день писала хэшлаг по классической музыке и по музыке.
Там є бар на другому поверхі, там ось класний вид очень. Я з моєю мамою вчора там був, ми пили чай, і сьогодні в одному олігархічному ресурсі Саакашвілі бачили дуже шикарний ресторан, не ресторан, бар, во-первых. Во-вторых, ви, по-моєму, заплатили 150 гривень всього, но вони кажуть, бачили, там он за мінімум 10 тисяч гривень, що даже или сколько это тисяч. И говорят, смотрите, вот пока мёрзнут люди в лагере, он ходит в эти рестораны. А я хотел маме показать, просто видно Софийскую площадь, вот там, со второго этажа.
классный. А там уже за мной же следят все время. Они достали мобильный телефон и сняли нас. Как словили мерзкого преступника Саакашвили. А моя мама тут вот тогда сейчас уже. Помахай ручкой. Ручкой помахай. А говорит, и видели, говорит, с какой-то девушкой. Ну вот. Девушка. Да, очень дорого, да, раз в стоящем ресторане. Очень дорого. Такая, она, ты помнишь, что у них? Два чая и кусок сыра. А говорит, да, сорбет, да, сорбет я забыл. А говорит, 80 тысяч. Чисто. Вот такие они олигархи, вот такие они дебилы. То я агент ФСБ, то я сорбет за 8 тысяч гривен ем, согласно им. Очень дорого, в дорогом ресторане просто. Больше ничего не было открыто. Что вы меня снимаете, как папарацци? Здравствуйте. Как вы курируете его сына. Серьезно? А вы же наоборот. Ко мне подходит красивая девушка и говорят, моя бабушка вас обожает. Очень приятно с вами встретиться. Мне тоже приятно, я слушаю. С Новым годом вас наступает. И вас также. Я с вами могу очень попробовать. Вы не будете с вами куда-то идти? Мы самые лучшие люди в мире здесь. Давайте вместе снимемся. Давайте телефон. Вот это, чему вы сегодня пришли. А я пришел с вами куда-то. Ближе. Так сколько ему лет? Снимите меня, пожалуйста. Серьезно? Да. У вас сейчас. Ну что, так. Это самое. Старше меня еще. Я вам дал. Я настрою. Да? Спасибо. А что вы хотите? Вот, да. Держите. Все, да. Давай. Спасибо большое. Давай. Ну что, за Надей ребенка, и за здоровье. Михаил Николаевич, можно к вам ближе? Архангел Михаил. Да, да, да. Так мы решили. Молодцы. Да. Всего вам самого доброго. Пусть у вас все получится. У нас все получится. Успех, дети, вы такие рожки откопали. Ну что ты так? Такая молодая уже рожка. Я с Михаилом, но ты не рожки, когда я снимаю стрим. А тебя и снял? Какой-то вот сюда шараки будут. Хорошо, спасибо. Мы будем правильно максимально. Да. И я знаю, что трудно, я думаю. С нами очень грязные люди сражаются. Мы понимаем, многое понимаем. Да, мы просто хотим, чтобы вы были живы и здоровы. Спасибо. Да. Всего вам доброго. Вообще маме. Особенно вы матери, маме. Маме родители. Спасибо. Спасибо огромное. А ты что-то подарил? Спасибо. Конечно, сейчас. Идеально, спасибо. Супер, дякую. Давайте сюда. Можно пожать вам руку? Сейчас. Новый год у вас. Ну нормально, просто встань там. Я буду сражать до конца, но если мы вместе не будем, я не смогу тебя ничего. Ты же погодил. Ну что-то, вы вообще не папарацци. Я не папарацци. Что-то. Это плюс или минус? Я вообще не умею пользоваться. Супер, спасибо. Огромное спасибо. Дальше с Нового года наступающим. Поехали дальше. Что? Можно я с вами? Конечно, спасибо, Николай. Как вы думаете? Александр. Я Николаевич вообще-то. Всю жизнь был Николаевич. Ну, Википедия говорит, что вы Николозович. Википедия, потому что Путин один раз сказал, и все прилипло. Ну, извините, вы имеете право. Имя ваше. Удачи. Спасибо. Спасибо. Дом года. Спасибо. Ой, блин. Помните, как Янукович не мог вспомнить слово «елинка» под Майданом, во время Майдана?
Ну, елка, елка, фу. Нет, фу, елка. Елка. А я помню. Даже украинский краще, ніж Азару розмовляю. Набагато. Маю на це претензію. Наши соратники, там люди, которые все это время выходили на акции. Будем там пить шампанское. Там все запрещено, сухой закон. Но шампанское сегодня разрешили в виде исключения. Там координационный центр, их я очень просил. И пойдем мы везем туда шампанского, разных там сладостей. И такого классного Голубинквейна я не знаю, если там, но все остальное есть. И это около Верховной Рады. Сейчас, когда у нас который час, ну, через полчаса мы уже будем там. И будем на месте разбирать. Но здесь очень здорово. Я всем рекомендую. Встречайте Новый год хоть дома, но потом выходите на Софийскую площадь. А кто хочет на площадь Конституции, сейчас около Верховной Рады, там тоже классно. Приходите, приезжайте. И там будет здорово. Все, я закрываюсь капюшоном, что инкогнито отсюда выкрасться, потому что если опять будет столько фотографий, я не смогу. Не смогу доехать вовремя. Поехали. Все, я скрылся. Все, отключайте стрим.